I am, I said. Thank you.
Kapitän, wenn man Gast an Bord eines Schiffes ist, dann interessiert es einen natürlich, woher kommt dieses Schiff, wo ist es geboren, wo ist es zur Welt gekommen? Это судно построили в 21 году в Германии, в Киле, для компании Винина. С 21 года он плавал под немецким флагом, а потом начал уже с 46 года плавать под советским флагом. Он уже у нас сейчас плавает как учебный корабль. Wie hieß das Schiff früher und wie heißt es jetzt? Раньше это судно было, когда построено, называлось «Магдалина Винен», компания Винен. В 1936 году его приобрело компания «Норддойчер Ллойд» и переименовали в «Коммодор Янсен». В 1946 году на нем был поднят уже советский флаг и присвоено название ему «Седов» имени нашего русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Капитан, was haben Sie dort für ein Buch unter dem Arm? Это старый немецкий еще судовой журнал, оставленный мне на память капитаном Клаузеном, который передавал это судно. Вот с этих пор я его и храню как корабельную реликвию нашего любимого корабля. Also übersetzen kann ich das nicht, aber ich habe das Buch hier und es steht drin, das Maschinentagebuch des Einschraubenschiffes Commodore Johnson. Heimathafen Bremen. Und das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man hier steht in Leningrad, selbst ein Bremer ist und ein Buch findet, was begonnen worden ist am 27. Dezember 1938. Kapitän war damals ein G. Clausen, Erstingenieur, ein H. Papst. Vielen Dank für dieses Gespräch. Пожалуйста. Мы с большой любовью сохраним этот корабль и будем плавать столько, сколько он сможет еще лет 25. А вам желаю большого успеха в вашем творческом решении ваших.
ein Titel, der gerade Top Nummer 1 ist. How do you do? Hey, that's what I'm living.
Titel, den wir uns symbolisch vielleicht alle wünschen. Let the Sunshine In.